нашему земляку, российскому космонавту-испытателю и выпускнику Кимрской гимназии Сергею Корсакову Владимир Путин присвоил звание Героя России. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации, говорится в документе. Также Корсакову присвоили почетное звание «Летчик-космонавт Российской Федерации». В 2022 году космонавт провел на МКС 195 суток. Это был его первый космический полет. Сергей Корсаков – уроженец города Бишкек. Оканчивал гимназию в Кимрах Тверской области. Сергей не теряет связь с Верхневолжьем, где, по его словам, он получил не только образование, но и импульс для движения. Наш корреспондент Ирина Синягина взяла интервью Сергея Корсакова на выставке «Россия» в Москве, в котором он очень тепло высказался о Тверском крае. Тверской регион для меня – это место, где я провел свое детство и юность. И образование, и воспитание, и, наверное, тягу и стремление к открытию новых горизонтов, новых звезд, галактик. И оттуда начался мой путь. Но всему этому я благодарен, конечно, Тверской области, своему городу Кимры, где я получил вот этот первый импульс для движения в космос. В декабре прошлого года Сергей Корсаков стал почетным гостем на церемонии открытия Дня Тверской области на международной выставке форума России на ВДНХ, где он передал губернатору Игорю Рудени флаг региона, побывавший на борту МКС.